Віка, що ти думаєш об цій площадці? Дуже страшна. Так, да, як ти думаєш, що тут грають? В волейбол, в баскетбол і футбол. А ти б хотіла щось з цього поіграти? Футбол. Хотіла б в футбол поіграти? Так. Да. І негде, да, поіграти в футбол? Угу. Самолетик. Красивый. Дивня. Тоже красивый. Тебе нравится? Да, нравится. Ну, самолетик. Нехти. Ох. Деревья красивые. Надо их чуть-чуть подкрасить. Uh-huh. И пеньки можно тоже подкрасить. Uh-huh. А зачем? А что с пеньков можно сделать? Бумагу. Бумагу с пеньков? Переработать их? Да, переработать. А что ты тут видишь в парке? Что тебе нравится? Качалка, стадион. Это все. Да, качалка. Бассейн недостроенный. Да, он тебе нравится? Нет. Нет, не нравится? Нет. А ты бы хотела плавать в бассейне? Да, хотела. А ты когда-то плавала? Да. И как у тебя получалось? Конечно. И сейчас бы пошел в бассейн. А ты, Вика, любишь навчатися? Да. Люблю навчатися. И люблю зарабатывать хорошие оценки по предметам. Угу. А учителя тебе нравятся ваши? Да, нравятся. Оксана Алексеевна нравится. Сан Саныч. Потом Наталья Алексеевна. Потом... Ну и учителя, в общем, тебе нравятся, да, как они выкладывают? Угу. А что у вас там вот последнее время слышно в университете? Что будут всех учителей сокращать. И даже на наш деканат тоже будут сокращать. А тебе это нравится? Не, не нравится. Ты хочешь учиться? Да, хочу. А у тебя есть эта возможность сейчас при таких обстоятельствах? Нет. А ты бы хотела, чтобы что-то поменялось? Да, хотела, чтобы наши учителя поскорее вернулись к... А как ты думаешь, можно что-то для этого сделать? Я так думаю, что нет. Ты думаешь, не получится ничего сделать для того, чтобы учителя вернулись? Я так думаю, что не получится. А почему, ты не знаешь?